31 декабря 2011 год. Япония. Сайтама. Супер Арена. Японцы организовывают турнир Dream Fight for Japan. Генки де Сура. Новый год 2011. На этом турнире в главном поединке вечера встречаются последний император Федор Владимирович Емельяненко против последней надежды Японии. Противостояние японских бойцов и Федора, олимпийского чемпиона по дзюдо, непобежденного японца Сатоши Ишии. В этом поединке все было на стороне японца, который выступал у себя дома и получал сумасшедшую поддержку от зала, да еще японец моложе Федора на 10 лет. Но вопреки всем прогнозам экспертов, бой проходил под диктовку Федора, который отказался от борцовских приемов и наносил удары преимущественно в стойке. Ну а как прошел поединок и чем он завершился, вы увидите далее, друзья. Вот так, 31 декабря 2011 года Федор Владимирович одержал свою 33-ю победу в карьере. Ну а мы желаем Федору дальнейших побед в карьере и самое главное, желаем ему здоровья. Ну а вы, друзья, если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нас на канале уже 240 тысяч человек. Спасибо всем за просмотр, до новых встреч, друзья.